Доброе утро всех с 1 сентября, и уже почти 8 утра, и я иду краситься, так как я сегодня выступаю. На линейке, да? Да. Я тут куча всего. Для тех, кто не знает, я в 9 классе иду. Сама можешь не вериться. Тут вот куча всяких теней. Короче, твоя косметичка домашняя, да? Да, вот такие тени. Сейчас я их свет открою, покажу. Угу. 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 Понятно, нет. Вот тут тоже куча всяких теней. Красивые, правда, оттенки? Да. Мне больше всего нравится вот этот фиолетовый. Или лавандовый какой-то красивый. Нет. Тебе этот нравится? Тут еще такое стекло большое. Ну, ладно, давай пойдем, а то нам еще укладываться с тобой будет. Прическу надо будет Он не знает, почему солнце
прячется во тьму. Все маленькие дети улыбаются ей. Почетное право дать первый звонок предоставляется участнику краевых соревнований по борьбе с самбо-дзюдо, лучшему спортсмену, будущему выпускнику школы. Все, спела, молодец. Даже подарили букет. Посмотрите, какой Рите красивый букет подарили. С бабочкой. Я дарю учителя, а учителя. Да, Рита дарит учителям, а учителя Рите. Да, они сейчас придут уже, ничего. Вот. Ну это она у вас, наверное. Она у вас. Нет. Ну что, все, ждем. Куда? Ну что, 1 сентября прошло. Рита идет со школы с букетом, как будто бы пришла на 1 сентября и передумала дарить. А нет. Это Рите подарили букет. Когда? После того, как она пела песню, да? Ну что, все? Пошли домой? А, еще мы тут присели пофоткаться. Дюдь-дюдь. Да, Рита? А Рита что-то вон хмурится как-то, что-то вот, стесняшечка прям. Что, побежали домой? Кушать. Да. А, и в понедельник у Риты 6 уроков. Или 5? 5. Пошли. Ну что, вот я уже пришла домой. У меня на завтрак оладушки. Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю успехов в учебе и в дальнейшем. До встречи!